Вот наш бункер самодельный. Вот он. Получается, вот цепь. Цепь проходит посередине бункера и подается в дозатор через сюда. Подается в мешалку. Сюда цемент подаем. Дозатор, вот он. Вот готовая смесь. Покажу. Вот это у нас жидкое стекло кубика пластмассовый. Вот смотрите, блок это с камеры сегодняшний. Геометрия вообще идеальная. Вот. Плотность хорошая. Деревянный кирпичик полностью. Сейчас выставлять их будем, пакуем. Цех где-то получается. Не помню, 70 на 20 что ли метров он у нас. Вот цемент, вот кара. Кара также грузит бункера. Вот наши камеры. Отбиты полирексом получается. Вот я иду в нее. Получается, вот регистр. Под регистром получается вентилятор с двигателем у нас. И тут получается дует. Коллекция идет. Кара вот так же вот идет, все забирает.